тоже. Ну, я думаю, что если прокурор об этом ходатайствует, то ну, как бы по-любому надо что-то. Как бы нету разных мнений, все одно и то же просят ему, как бы, что делать. У меня останется привлечение. Мы про это еще не думали, то есть как-то это, может быть, все-таки будем оспаривать, потому что, ну, блин, какое оскорбление, это бред полный. Но все-таки с привлечением проще жить, чем с судимостью, поэтому не знаю, пока про это не думали, вот как истекут сроки, там будем решать. Ну, я ждала вообще, что, конечно, закроют дело, но хотя бы так. Это лучше, чем было вообще.